Раз, два, три. Итак, дан старт этому забегу. Вот так сила, сноровка и четкое выполнение всех действий потребовались при подъеме рукавной линии по лестничным маршам на площадку 4-го этажа учебной башни. Участники соревнований, действующие спасатели, которые ежедневно заступают на дежурные сутки, выполняют боевые задачи по предназначению, боролись за звание сильнейшего, чтобы показать достойный результат. Но как в любом соревновании, чей-то оказывался наивысшим. Однако участники не расстраивались, ведь это только первый день соревнований. Очень много забегов, которые могут показать все лучшее время. Ну а так, чуть дождь может помешал, где-то придерживался на башне, где-то тут покрытие скользко. А так, в принципе, все прошло хорошо. Хотела себе доказать, ну, поучаствовать. Просто кипит кровь в жилах. В этом году первый раз проводятся в Бресте такие соревнования, но организация очень хорошая. Конечно. С каждым годом она все растет больше и больше. Данные соревнования нацелены на то, чтобы повысить боеготовность, профессиональный уровень и выносливость. Соревнования непростые, требуют настоящего стержня, чтобы выполнить все этапы на дистанции. А маршрут у участников довольно сложный. Им нужно было как можно быстрее забраться на башню, поднять груз весом 20 килограмм, спуститься вниз и при помощи кувалды переместить груз. Пробежать дистанцию, после чего имитировать тушение пожара. После этого эвакуировать на финиш условного пострадавшего, который, к слову, весил 80 килограмм. В прошлом году команда Брестской области заняла первое место на международных соревнованиях в городе Санкт-Петербург. После чего было принято провести такие соревнования у нас и пригласить гостей из Российской Федерации. Данный вид соревнований сегодня позволяет не только повысить физические навыки спасателя, но также провести большую пропаганду среди молодого населения о здоровом образе жизни, о профессии спасателя в целом. Понаблюдать за происходящим и поддержать участников собралось немало брещан. И это неудивительно, ведь такие международные соревнования в городе над Бугом проводятся впервые. Но неподдельный интерес они уже вызвали. А это значит, что соревнования сильнейших пожарных спасателей «Брестский рубеж-2023» бесспорно станут традиционными.